Иван Трофимов готовит своего коня по кличке Пинки к старту. Мальчик угощает животное яблоком. Конь охотно принял лакомство. Теперь на старт. Иван сегодня участвует в первом международном байкальском фестивале по адаптивному конному спорту. Предстоит выполнить так называемую рабочую тропу. Десятилетний спортсмен из Красноярского края поочередно преодолевает все препятствия на тропе и успешно заканчивает программу. После финиша он рассказывает о своем первом близком знакомстве с лошадьми. Началось это давно. Я даже не помню, когда. Это было так давно, что я даже уже забыл. Ну, я тогда тоже волновался, думал, что у меня ничего не получится. Ну, волновался тоже. А это уже другой вид программы. Конкур. Самый динамичный. Организаторы турнира припасли на завершающий 5-й день соревнований. В нем могут участвовать только самые подготовленные спортсмены. В этом турнире ответственное право квалифицировать участников доверено специалисту из Австрии. Во время классификации мы обращаем внимание исключительно на функциональные возможности тела всадника. То есть это не зависит от медицинского диагноза, а только от его индивидуальных возможностей. И мы группируем людей с похожими функциональными возможностями в один класс, чтобы они могли более честно соревноваться друг с другом. Финальный вид программы соревнований не значится в табеле мировых спортивных организаций. Им стала эстафетная гонка на тропе между сборной детей участников фестиваля адаптивного конного спорта и сборной правительства Иркутской области. Безусловно, это победа тех детей над собой и их самореализация. Их понимание того, что они в обществе, они здесь приобретают новых друзей, они соревнуются, они видят свои достижения, свою победу над ситуацией, в которую они попали. Мне кажется, что на сегодняшний день это немаловажно. По результатам турнира лучшие наездники были награждены грамотами, кубками и медалями. Артур Харламов, Константин Синицын. Новости сейчас.